Всем привет, друзья! Вот мы опять с вами. Я опять с вами. Жена дома. Только что пришла с работы. Дети пришли из школы. А я приехал с работы и еду за сториджем. Выиграли мы сторидж за $200. С таксой получилось $215 и 50 центов. Так что, друзья, все, переносимся в сторидж и смотрим, что мы имеем. Не забываем подписываться, друзья. Мне это важно. Чем больше подписчиков, тем больше розыгрышей. Хорошо, друзья, все, переносимся в сторидж. Okay. All right, you're all set. Thank you. Thank you very much. Ну вот, друзья, вот такой сторидж мы купили. Что меня заинтересовало, мне нужны вот эти ящики. Я себе их домой купил. Ну, я думаю, здесь обо документы. Да, здесь документы. Да, здесь все документы. Это офисные. Здесь оно закрыто. Здесь ключей много. Надо будет открывать, смотреть. Так, друзья, вот еще один есть. Есть большой принтер. Ну, вот такое есть. Это тоже документы, все. Даже есть, друзья, с печаткой. Такое. Ну, будем смотреть, друзья, что здесь есть. Есть здесь такая мебель. Она целенькая мебель. Смотрите, все классно. Не знаю. Посмотрим. Смотрите, какие классные стулья, ребят. Это вообще. Вот эти стулья, они дорогие. Я, наверное, вообще себе такие оставлю. Смотрите, какие понтовые. Смотрите, сколько их. Смотрите, 4 таких и один такой круглый. Это какой-то офис. Он закрылся, и, короче, все привезли сюда. Его просто продали. Ну, хорошо, друзья, разбираем. Да, друзья, это, как говорят, не Флорида. Это такой город, Сакраменто. Он не проездной, как говорят, знаете. Здесь люди просто живут и продают вот такой сторидж, кто не платит. Флорида, да, там классно, там он проездной город. Там люди приехали, оставили, уехали. Понимаете? Да, там классные вещи. Здесь не очень. Здесь очень трудно найти классные вещи. И сейчас очень много людей, кто делает бизнес на этом. Они ставят свои вещи и продают потом. И все мусор, а ты теряешь много денег за мусор просто. Очень надо. А я вот этот сторидж, я его играл только ради вот этих ящиков и вот этих сидений. Я себе оставлю какую-то сидушку, не знаю, посмотрю, какое я себе оставлю, но они все классные. Они все просто понтовые и они дорогие, друзья. Они вот эти сидушки, я вам скажу, сколько стоит. Наверное, штука стоит от 150 до $200, одна только стоит. А мы его взяли за $215 и 50 копеек. Так что, друзья, $215, 50 копеек в правом углу, минус. Так что все, поехали, разбираем. Так, друзья, поехали с этого угла начинаем и идем по кругу. Так, здесь мы, как видим, здесь у нас все документы, друзья. Документы мы выбросим, а ящик очень классный для рыбацкого складать, слаживать и слаживать сюда инструменты. Очень хорошая штука, друзья. Посмотрим, что за документы.
Car. Не знаю, что это такое. Какие-то документы здесь. Все, друзья, документы. Это мы все выкинем. Нам оно не надо. Да, здесь все документы. Ящички просто люкс, они новенькие, друзья, они классные. Еще есть ключей много, надо будет посмотреть. Вот эти ключи, видите, оно все закрыто. Надо будет сейчас, друзья, найти ключ. Не знаю, какой из них. Но сейчас мы попробуем найти. Смотрите, друзья, нашел вот этот ключик отсюда, и мы его открыли. Здесь тоже все документы. Да, здесь все документы, друзья. Вот что-то есть. Это полочки какие-то. Классные, вообще супер, бомба. Это то, что мне надо, друзья. Это оно мне идет домой. Видите, друзья, здесь никто не лазил. Смотрите, сколько пыли, сколько паутины здесь. Смотрите, вот это все идет для документов в офис. Это классные вещи тоже. Это какие-то здесь... Что у нас здесь идет? Это здесь идут у нас... чековые книжки. А, это чеки. Да, это чеки пустые. Да. Здесь идет бизнесовские карточки, идут конверты. Смотрим дальше. Фух, сколько пыли. Друзья, а что у нас здесь? Смотрите. А здесь у нас идет такая вещь в офис, это резать бумагу. Надо, вот эти тоже, они стоят деньги. Смотрите, друзья, здесь есть офисные телефоны. Два штуки, два телефона офисных, они есть. Здесь есть подставочка, ух ты, здесь, друзья, если здесь мебель, здесь есть офисный стол. И здесь есть подставка на два компьютера. Вот это мне нужно. Здесь есть большой степлер. Большой переходник на розетку. Это получается, он регулирует ток. Это очень классная штука, и она стоит деньги. Ребята, это все мы покажем. Сколько вы все увидите? 200 баксов. 200 баксов мы точно отбили, потому что эти только стулья стоят больше, чем 200 баксов. Так, здесь бумаги, документы, и здесь, друзья, документы, и здесь документы. Так, друзья, смотрим, что здесь дальше будет, а? Как вы думаете, мы компьютер найдем? Не найдем. Офисные, конечно, должно быть что-то такое. Фух. Сколько пыли, это жесть. Фу. Друзья, а как вы думаете, что это? Это два компьютера, друзья. Смотрите, компьютер Dell. Ух ты, а это уже
Ребята, это уже деньги. Смотрите. Классный компьютер. Еще Windows 7. Вообще понтовый компьютер, друзья. Это бомба. Это я. Смотрите, друзья, еще один. Тяжелый. Ну, это побольше будет. Тоже Dell идет. Такой крутой. Друзья, не знаю, сколько стоит, но вы все увидите. Это классный компьютер. Если они работают, они останутся мне, потому что у детей, детям надо компьютер для домашних работ. Я их себе оставлю, так что что они стоят, то вы увидите. Потому что зачем мне покупать, если у меня они уже есть. Я их уже купил. Что у нас здесь? У нас здесь какая-то клеенка. Что-то у нас здесь, я не знаю, какая-то клеенка или мешки. Мешки. Окей, это у нас мешки. Просто много гарбичных мешков, друзья. Так, что у нас дальше идет? У нас здесь идет, ух ты, у нас здесь, друзья, классный столик. Он как новенький, смотрите. Мебель просто бомба. Это у нас компьютерная бумага идет. Это у нас идет конверты. Все. Диски идут. Опять идет очень, друзья, много конвертов. Конверты хорошая штука. Я вам скажу. Идет много бумаги для в школу детям. Очень много бумаги. Что у нас дальше идет? Смотрите, у нас идет здесь такая плата идет от компьютера, я думаю. Диски какие-то идут, друзья. И опять идет какая-то плата. Не знаю, надо это будет все смотреть. Здесь идет у нас клавиатура идет. Еще что-то с мышкой, все комплект. Это надо будет посмотреть, что оно стоит и сколько. Так, здесь у нас идет какие-то какое-то, я не знаю. Здесь идет у нас, друзья, еще одна клавиатура. С мышкой идет. Где-то мышка была. Вот есть мышка. И там я видел, уже в компьютер вставлена флешка для этой мышки. Так, это мы бросим все в машину. Это классная вещь. Это хорошо. Это просто супер, друзья. Это вещи обалденные. Так, это классный, очень классный офисный столик. Бомба. И я не знаю. Смотрите, две гарбички в офис идут. Тоже. Это хорошая вещь. Так, друзья. А как вы думаете, что мы еще найдем здесь классного? Так, здесь у нас идут письма, опять конверты, все конверты, ножик, как всегда, оставил дома, да, это конверты все, это все конверты, друзья. И это у нас тоже конверты для бизнеса. Это отсылать деньги. Я думаю, что я его тоже продам. У меня есть
знакомые, которые покупают. На это уже идет тоже конверты, идут листья. Это какой-то construction office был. Офис постройки. Так, друзья, смотрим, что он. Давайте мы заберем вот эти стулья. Они классные, просто бомба. Друзья, они кожаные, типа как кожа, не знаю. Надо будет посмотреть. Друзья, здесь, смотрите, здесь у нас они полные. Они здесь полные, друзья. Смотрите. Здесь у нас крутой вентилятор есть. Это классный вентилятор. Это не дешевка. Не из Walmart. Это чуть-чуть подороже они идут. Классный вентилятор. Друзья, вот мы нашли, чем открывать. Смотрите. Сейчас мы будем открывать. Друзья, я вам скажу, здесь просто классная мебель. У нас здесь офисные принадлежности. Все у нас офис, денег нету. Здесь тоже у нас зарядка одна идет. Здесь идут у нас документы. Так, смотрим дальше. Дальше, что у нас здесь? Здесь у нас новенькие для бумаги такие пластиковые в офис тоже идут. Тоже будем смотреть, кому мы его загоним. Друзья, вот это идет стол. Он складывается все вместе. Это идет большой стол. Это очень шикарный стол. Может, друзья, такое, что мы и себе даже оставим. Если он будет крутой, классный стол. Нам здесь можно до 9 находиться. То я думаю, что мы... Так, что у нас здесь есть? У нас здесь наклеечки. Это все бизнеса. Здесь у нас идет недостроен золотой мост, как его только начали строить. Golden Gate. Такая картина. Это наша земля, на Луне стояли. Это уже его доделают. Golden Gate. Это я не думаю, что это что-то важное. Какой-то garbage. Друзья, здесь идет новенький телефон, еще запакованный. Он новенький, так он и пойдет на продаж в офис кому-то. Это у нас полная коробка гарбичных мешков. Это очень классно, потому что они нам очень понадобятся. Так, друзья, смотрим дальше. Big Desk Office. Это для, короче, от большого стола в офисе. Вот это тумба. Не знаю, что, как она открывается или нет. Не знаю, друзья. Она легкая. Значит, она не открывается. Нет, она открывается. Здесь есть тумбочки. Но я думаю, что она пустая. Да, они пустые. Здесь ничего нету внутри. Что здесь у нас? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, я думаю, что здесь тоже такое.
офисное все. Тоже у нас здесь все конверты идут. Конверты и пластик. И здесь идет конверты тоже идут, друзья. Да, здесь идет все конверты. Это в мусор сразу. Або продадим. Або продадим в офис, если кому-то будет надо. Тысячи конвертов, друзья. Тысячи. Так, здесь у нас пустая коробочка. Дальше у нас идет что-то с проводами, друзья. Я его разбирать не буду сейчас. Разберем дома. Не знаю, что это такое, но что-то с проводами. Друзья, это большой экран. Друзья, не, я разберу, покажу вам, что здесь. Это один экран идет для компьютера. Вот это уже стоит деньги тоже. Да, друзья, смотрите, здесь идет. Нет, это не экран, друзья, я не знаю, что-то здесь другое, какой-то. Я даже не знаю, что это такое. Какой-то свет какой-то, светильник большой, такой как светильник большой. Я думал, что это экран, но нет. Так, дальше у нас идет опять от большого стола, и опять он пустой. Идет пустой. Следующий у нас идет опять. А давайте мы вытянем вот это. У нас три штуки классные. Тоже от большого стола уголки, и он пустой, но стенка очень классная и дорогая, она стоит денежку. Они закрыты идут. Что у нас здесь имеется? У нас здесь все для офиса. Здесь у нас идет тоже все для офиса. Это я не знаю. Это идут наши часы офисные. И это идет так. И так. Ух ты, друзья. Это еще у нас здесь есть кукуруза цветная. Какая-то фигня. Это у нас идет, такой принтер маленький, он делает адреса. Вот у нас есть бумажка, она принтает адрес на письма. Это хорошая вещь. Такие вещи стоят приблизительно $100. Вот такая штука. Еще какие-то диски есть, не знаю, какая-то программа Lenovo. Да. И что у нас дальше? У нас дальше идет тоже бумага, много бумаги, еще больше документы, друзья, документы, железо. И все, здесь все идет, бумага, документы. Так, мы закрыли эту сторону. И мы закрываем вот эту сторону. И все, оно закрыто. Классный, новенький, обалденный.
да. Что у нас дальше? У нас дальше идет. У нас идут дальше. Я распаковывать его не буду. Это доски идут, где можно лепить гвоздички делать. Не разбил. Так, это идет мусор. Все, друзья, здесь тоже что-то идет. Здесь идут шурупики какие-то, всякие болтики. Я думаю, что это мы распаковывать не будем. Здесь тоже идут шурупики и болтики. Это идет вверх для этого большого стола офисного. Это очень большой стол, ребята. Очень большой. Смотрите, сколько тумба, полочек идет. Смотрим, что здесь. Здесь идет документы. Здесь, друзья, идет. Здесь идут все диски. Какие-то программы, на офисные программы все идет. Не знаю, надо будет это все посмотреть. Это все, да, вот, вот этот принтер идет, видите? Программа на принтер. Это хорошая штука. Только надо будет все пересматривать, переделать это все. Все документы. Как вы думаете, ребята, этот принтер работает? Но он грязный. Я не знаю, будет он работать, не будет. Очень старая бумага имеется. Все есть. Да, бумага есть с мышами, правда. О, даже тараканы есть, ребята. Этих тараканов сейчас везде очень много. По всем Сакраменто. Ничего нету. Здесь тоже ничего. Здесь у нас идет. Что у нас здесь идет, ребята? Что-то нашел. Не знаю. Что это такое? Ребята, это какой-то hard drive. Я думаю. Это он не горит. И не тонет, ни воды не боится, ни огня. Ребята, не знаю, если буду знать, я вам скажу, сколько. Это на 1000 гигабайт hard drive, друзья. Ну вот мы посмотрим, что они хранили в своем офисе. Сколько, что здесь имеется. Это мы все увидим. Это провода идут к нему. Дальше идет все документ. Ух ты. Ах, не, это не то, что я подумал. Ну да, ладно. Так, друзья, вот это классная вещь, hard drive. Смотрите, здесь оно идет с колодочкой. Прицепливается до стола и все. Люди перестали платить. А я его забираю. Это все загружу в машину, что хорошее. А что такое, пойдет все в трейлер. Смотрите, друзья, какие стулья. Просто деньги вперед, потом стулья. Как говорят, смотрите. Просто вещь. Просто вещь, ребята. Здесь уже чуть-чуть он высох. Он же тоже точно такой же. Точно такой же. Внутри он целенький, классненький. Так, а здесь тоже классное кресло. Это все идет комплект. Офисное кресло. Идет комплект, ребята. Смотрите. Мы его вымоем,
уберем. Это все не влезется нам сюда. У меня уже есть garbage еще с прошлого storage остался. Это очень, ребята, большой стол. Да, очень большой стол. И он стоит, я думаю, что он стоит большие деньги. $1000, думаю, минимум будет стоить вот этот весь комплект. Я его, если продам, он мне не влезет в хату. Это очень большой офис надо иметь. Но он классный. Мы его распакуем, складем, сфоткаем и попробуем продать. Так, друзья, ну все. Вы видели, что мы нашли. Мы этот юнит отбили. Неплохие вещи. То, что мне надо домой, я заберу. То, что надо будет продать, я продам. Вот этот принтер мы посмотрим. Если он работает, мы его продадим. Почему нет? Вот эти компьютера, думаю, что мы оставим себе. Офисный стол, вот этот большой стол, мы его продадим. Стульчики офисные некоторые продадим, а некоторые оставим себе, друзья, потому что они очень удобные сидеть, классные сидеть. Я уже грязный как свинья. Видите, вот этот вообще шикарный. Он грязный, правда, но он шикарный столик, стульчик. Офисный, это все офисный, это весь полностью офис. Он ушел. Так что, друзья, не забываем подписываться, делиться моим видео, ставьте лайки, комментарии. Спасибо вам за просмотр. И, говорят, увидимся в следующем сторидже. И поздравляю следующего победителя. И в этом видео мы будем разыгрывать 3 победителя по $20, друзья. Потому что мы набрали 2000 подписчиков. Мы разыграем 3 победителя по $20. Так что все. Всем удачи. Всем пока-пока. Увидимся в следующем сторидже. Все, друзья. Вот у нас и уже вечер. Сторидж чистый. Вот. Как выглядит мой трейлер. Загруженный офисными столами, стульями, а в машине вся аппаратура. Да, друзья, все. Еще раз всем пока-пока. И не забываем подписываться на мою рыбалку Family Fish Killer. Она на английском. И эта ссылочка будет под видео. Так что все, друзья. Всем пока-пока. Всем привет, друзья. Ну вот и пришло время разыграть 3 победителя. Вот наше последнее видео. У нас есть 9436 просмотров. Но только 2000 подписчиков. Друзья, не забываем подписываться, если вы смотрите. Подписываемся. Выиграем деньги. Так, у нас есть 463 лайка, и у нас есть 126 комментариев. Давайте, друзья, выберем 3 победителя, кто выиграет в этот раз. Ставим ссылочку, забираем дубликаты. Смотрим, сколько осталось. У нас 116 осталось. И начинаем. Всем удачи. Сундет, казах. Ты не можешь повторять новые перестань уже. Извини, как могу, так я разговариваю. Посмотрим твою подписочку. Твои подписки закрыты. Твой канал закрытый. Извиняй. Ты прилетаешь. Смотрим дальше.
Сафарали Курбонов. Удачи вам. Смотрим на подписочки. Канал открытый. В поисках клада я есть. Спасибо за подписку. Сафарали Курбонов. А ты выиграешь $20. Свяжись с нами на Instagram под видео. Мы тебе вышлем $20. Как лучше будет Western Union или PayPal. Смотрим дальше. Следующий победитель. Анатолий Мироненко. Доброго времени суток. Из Оренбургского губернии. Слабовато, но интересно. Удачи в дальнейшем. Смотрим на подписочки. Извиняйте за мой русский. Канал открытый. Подписочку вижу. Анатолий Мироненко. Свяжись с нами на Instagram. Ты выиграешь $20. Как тебе лучше выслать? Western Union или PayPal? Спасибо за подписку и за просмотр. Идем на последний выигрыш. Так, у нас есть Антон Столовьев. Ничего так, главный отбился. Смотрим на подписочку. Каналы открыты. Так, что-то я себя здесь не вижу или пропустил. Да, меня здесь нету. Антон, извиняй, но ты ко мне не подписан. Идем дальше. Алексей Маковенский. Пусть бы малек работал бы. Смотрим на подписочку. Так. Вижу свою подписочку на рыбацкий канал. Это спасибо тебе за это. Ищем меня. Есть. В поисках клада. Спасибо тебе за подписочку. И ты выиграешь, Алексей Маковецкий. Ты выиграешь $20. Свяжись с нами на Instagram. Как тебе лучше выслать через Western Union или PayPal. Все, всем пока, всем спасибо за игру, спасибо за просмотр. И не забываем подписываться. Кто смотрит, не подписан, подписываемся. Ставим лайки, не забываем. Больше 500 лайков, разыграем $30. Больше 1000, разыграем $40. Так что все, друзья. Всем пока-пока. Подписываемся.